Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего сегодняшнего топа – игры-ветераны. Спокойные среди бурь шедевры игропрома, сохранившие поклонников, несмотря на свой преклонный возраст. Порой разработчики воплощают идеи столь удачно, что их творения радуют геймеров не один десяток лет. Дело, как вы догадались, не в графике, а в том, насколько увлекательны эти проекты. Рейтинг ветеранов откроет Final Fantasy, одна из самых старых и уважаемых игровых серий. Но есть в этом цикле одна часть, которая получилась настолько добротной, что и сегодня огромное количество фанатов перепроходит ее для получения уникальных эмоций. Final Fantasy VII — это не только трогательная фантастическая история, заставляющая верить в волшебство, но еще и красивая для своего времени и до самой последней мелочи сбалансированная игра. Пожалуй, лучшая среди всех ролевых игр в японском стиле. До сих пор в цифровых магазинах неплохо продаются копии седьмой части, вышедшей аж в 1997 году. Продолжая тему ролевых игр, мы не можем пропустить MMORPG Ultima Online, выпущенную в один год седьмой частью уже упомянутой Final Fantasy. Ветеран многопользовательских ролевых игр оказался настолько живуч, что до сих пор преданные поклонники поддерживают Ultima новыми дополнениями и контентом. Почему печальная история осколка сказочной планеты оказалась настолько долгоиграющей? В чем секрет этого долголетия? Наверное, в местной атмосфере, домашней и уютной, когда каждый встреченный персонаж своего класса или гильдии воспринимается как близкий товарищ. Отец шутеров Джон Кармак с командой ID Software взял и выпустил первый трехмерный шутер Doom, а через год еще более забойный и кровавый — Doom 2. Именно эти две игры всегда будут на языке олдскульщиков, вспоминающих лучшие времена, когда не было заскриптованных сцен и кишкообразных коридоров в один конец. Даже сегодня многие не стесняются запускать эту легендарную вещицу, ностальгируя и выискивая новые секреты, не пугаясь графики прошлого века. А для молодых геймеров уже создано около десятка модов с HD-графикой, новыми текстурами и полной поддержкой мыши, чтобы они смогли безболезненно приобщаться к прекрасному. Вышедшая под руководством Рона Гилберта и Тима Шейфера адвенчура «The Secret of Monkey Island» в прямом смысле взорвала общественность ироничным юмором и нестандартными ситуациями, показывая будущее жанра квестов, который сегодня, к сожалению, находится в состоянии летаргического сна. Как результат, игра держится на гребне волны с 1990 года, то есть более 20 лет. Продолжение с подзаголовком LeChuck's Revenge только укрепило позиции серии Adventure, сделав Гейбраша Трипвуда лицом жанра. И теперь, когда вспоминаешь о чудесных временах царствования квестов, в первую очередь вспоминаешь Monkey Island. Кстати, для пропустивших в свое время этот шедевр создан 3D-ремейк, ничуть не хуже передающий атмосферу оригинала. Мы говорим «пошаговая стратегия», подразумеваем третьих героев. Говорим «Heroes of Might and Magic 3», подразумеваем пошаговую стратегию. 9 классических фракций и сотни героев, все преимущества и недостатки которых заучивались наизусть, как заданное в школе стихотворение. Только стихотворение, конечно, забылось со временем, а пути прокачки любимых замков и героев нет. Говорят, навыки игры в Heroes 3 как езда на велосипеде. Если уж научился, то разучиться невозможно. Несмотря на выход 4-й, 5-й и даже 6-й частей серии, третьи герои сильнее всех укрепились в сердцах поклонников, послужив примером удачного синтеза RPG и стратегии. А поиски меча Армагеддона до сих пор не дают кому-то уснуть.
следующее место чарта занимает творение легендарного гейм-дизайнера Сигеру Миямото. Вышедшая в 1986 году The Legend of Zelda до сих пор является одной из самых уважаемых ролевых игр и постоянно дополняется продолжениями и приквелами, рассказывающими новые истории о Линке и принцессе Зельде. Даже большие нелюбители RPG, тем более с таким сказочным оттенком, после нескольких часов игры в любую часть этой серии становились преданными ее поклонниками, а если становишься фанатом Зельды, то это навсегда. Не каждая адвенчура способна столько лет подряд держать марку качества, как это. Есть среди геймеров люди, которым не нужны новые игры, современная графика или закрученные сюжеты. Называю таких игроков киберспортсменами. Ну а главной киберспортивной дисциплиной уже долгие годы выступает мод для оригинального Half-Life — Counter-Strike. Каждый уважающий себя игрок в свое время ощутил прелести этого командного шутера, досконально изучив основные карты вроде Dead Dust 2, Aztec или Inferno. Интересным является и то, что даже с появлением новой версии Counter-Strike SOS на обновленном движке большей популярностью все равно пользуется оригинал. Есть мнение, что и с выходом Global Offensive ситуация не изменится из-за железной преданности поклонников. С недавним выходом Diablo 3 об этом демоне, повелителе ужаса и хаоса, вновь заговорили десятки миллионов игроков. Но вот что удивительно. Сотни тысяч геймеров чуть ли не 12 лет оттачивали мастерство во второй части этой hack-and-slash-эпопеи и в ее продолжении Lord of Destruction, упуская из виду дьяволоподобные клоны вроде Sacred, Titan Quest или Torchlight. В чем именно был секрет Diablo 2, никто не может сказать. Она просто завлекала в свои сети мрачной атмосферой, заставляя с упорством робота убивать знакомых монстров, боссов, выискивая среди их расчлененных трупов новые вещи. Даже сегодня на старых серверах Battle.net полно народу, и это несмотря на выход преемника второй части. В 1979 году первая часть Pac-Man от японского гения Тору Иватани полностью перевернула все законы видеоигр, предлагая совершенно новый жанр. По прошествии такого количества времени различные продолжения, а также ремейки оригинала, отлично продаются чуть ли не на всех игровых платформах, включая мобильные телефоны и планшеты. И до сих пор люди стараются выбить как можно больше очков в поедании белых шариков, проходя снова и снова этот феноменальный лабиринт. Если бы не голодный Pac-Man, мы бы не увидели сотни игр в жанре аркады, но играли бы в однообразные клоны Space Invaders. Поэтому никто не заслужил второго места в нашем топе больше, чем Pac-Man. Среди любителей видеоигр вряд ли найдется хоть один человек, который не слышал про Марио. Работавший ранее плотником в игре Donkey Kong, усатый итальянец обзавелся собственной серией, которая сегодня является одной из самых больших и успешных. Теперь чуть ли не каждый год выпускаются видеоигры про приключения самого известного итальянского водопроводчика в мире, где основной геймплей, действующие лица и противники не меняются уже несколько десятилетий. Более того, новая игра про Марио для Next Gen консоли Wii U крайне похожа на свой оригинал и третью часть, поэтому ее впору называть HD-ремейком Mario Brothers. Так почему бы не присудить первое место подобному ветерану, который спустя 30 лет остается более чем востребованным?
We'll be right back.